Работу наша наркоша обдавит. Девчонка в зеленом. Вадим, на твою подругу похоже. Ха-ха, я ж говорил, она торчит. Пошел ты. Внимание, сумка, товар в ней. Вам какого? 80, им полный бак сделай. Мы поняли, внимание, мы готовы. Готовы. Ну, дальше по дороге, если что. А вот и покупатели. Все внимание, один в форме. Мы знаем, он не мент, ряженый. Кто это? Внимание, кто это? Внимание, он вооружен. А это что за хрен? Тоже что ли ряженый? Хуже. Это Глухарев. Это что, ваш что ли? Мы же сказали всех предупредить. Что здесь делает? Черт, он меня, наверное, ищет. Мы с ним после работы договорились пиво попить. Чего? Внимание, что делать? Так, это местный, он не в курсе. Ребят! А где Антоша? Антоша, не видел? Сваливаем. Внимание, работаем. А куда он подевался-то? Лицом к земле! Пожалуйста. А? Сын у меня. Меня брат заставляет. Спасибо. Не надо, Дэн. Лучше предупредительный для порядка. Добрый вечер. Здравствуйте, я сама найду. Хорошо, проходите. Ир, ну ты где? Заждались уже. Между прочим, по твоей милости от начальства втык получала. Ну что, жива осталась? Чтоб ты знал, они мне за твою бензоколонку весь мозг выели. Ну, лапуль, а то ты начальник. Привет. Здрасте, здрасте. Ну, все, мы пошли. Последний год самый желанный. Ирина Сергеевна, дай я тебя поцелую. Я тебя... Антошин. Это моя гражданин. Все, не вопрос. Ирина Сергеевна, ну вы великолепны. Просто спасибо, Николай. Ну, ура! Давайте. Ну, давайте. Скажите, а что такой ресторан-то выбрал? Кто платить будет? Как кто? Лейтенант Тарас, он сказал, за все заплатит. Так, ладно, ну давайте выпьем. Так, стоп. А за что пьем? Серег, за твое выздоровление? Или за Коль на освобождение?
Стоп! Пьем за всеобщее воссоединение. Ура! 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 Что ты хочешь этим сказать? Я ничего не хочу сказать, я лишь передаю тебе слова отца. А он теперь со мной только через брата разговаривает. Успокойся, я думаю, что произошла ошибка. Даже если это так, то... Да это не так! У-у-у, какие пацанчики дерзкие. Да ладно, слышь, ты что за бред мне предъявляешь, а? Вкусненько. Жахнем. Я сам поговорю с отцом, и на этот раз ему придется меня выслушать, понял? Я вам задам, а? Извините, я попросил бы вас... Чего? Ты глаза протри. Свалил. Все в порядке. Не в порядке. Боюсь, мне придется вас... Чего? Сказал... Ой, девушка, вы что? Девушка! Ну... Тихо. Пьяный. Аккуратнее. Закройся. Ага, держи. Товарищ. Сиди, баран. Девушка, сейчас салфеток. Серёг, пожалуйста. Коль, ну не ходи ты никуда. Чё, тихо. Пьяный? Да толкни. Слышь, вы кто такие? Ты в курсе, что я с тебя погоны в два счета сниму? Я прошу прощения, дело в том, что... Присядь. На улице орать будешь, понял? Ой, Дэн! Больно. Давай, веди его. Спокойно, да, мы сидим. Сейчас все нормально будет. Мы сейчас. Досуг наш нарушает. Сейчас мы придем, подожди. Если бы я получал по сотке каждый раз, когда слышу подобные угрозы, да, я бы купил этот ресторан. Да давай иди вперед уже! Слышь ты, мажор, мы сейчас пойдем отдыхать. Если ты вернешься и испортишь нам вечер... Я тебе не только вечер, я тебе жизнь испорчу. Ненавижу таких уродов. Слышь ты, ты что думаешь? Деньги есть, и ты король? А? Как дела, ваше величество? Пойдем. Ну все, понял. Да тихо ты, блин, что ты... Иди. Алло, слушаю. Алло, глухарь, избавься от мобилы, срочно. Антошин, ты что там, до сих пор бухаешь, что ли? Быстро избавься от аппарата и симки. Отключи батарейку. Новости включи! Жду тебя в 9 на нашем месте. Деня. Черт, заметили. Все, давай, жду. Что там случилось? Громкое убийство произошло в Москве. Убит Игорь Зинкевич, сын одного из самых богатых людей России. Убийство произошло около одного из ресторанов, которыми владеет отец погибшего, Петр Зинкевич. По предварительной версии, сын промышленного магната повздорил с двумя посетителями. Чтобы разобраться, они вышли на улицу, где и произошло убийство. Прежде чем тело обнаружили, оно пролежало 8 часов в переулке. Все это время убийцы продолжали застолье. В совершении преступления подозреваются сотрудники МВД. Их фамилии не разглашаются в интересах следствия. С чего все начиналось? Петр Зинкевич поступил на физический факультет... Что вы натворили? Мы ему слегка там по морде дали и выкинули. А потерку кровища. Ты куда? Они на тебя выйдут, ты же с нами была. Собери мне всю информацию. Я сам тебя найду. Да! Так, дай мне свой ствол. А я откуда знаю? Слава богу, из дома свалил. Настюха рано на работу собиралась. Новости по телевизору увидела. День, а может это мы, а? Может, ты его сильно прессанул? Нет, стопудово. А? Не мы! Я в интернет залезал, у чела два ножевых. Печень и сердце. Откуда столько-то?
А кто его так? Нам это надо выяснить, Серег. Иначе нас с такими бабками разорвут. И ничего не докажешь. Тачку запаркуй, палево. На это будем кататься. Ну, чемодан, конечно. Что был, то было. У кореш только что взял. Поехали. Да, и вот что. Мобилу свою старую выбрось. Вот тебе новая. Симка на левого человека оформлена. Мой телефон там уже есть. Ирина Сергеевна, тут к вам пришли. Угу. Чем могу? Полковник Смирнов, ФСБ. Ирина Сергеевна, я без долгих вступлений, время дорого. Уже известно, где и с кем вы были вчера вечером. Вы, Глухарев, Антошин, Тарасов и еще две барышни. Все зафиксировано камерами наблюдения ресторана. И что? Ничего. Ничего хорошего. Если... когда их поймают, с вас снимут погоны. Навсегда. Но никаких доказательств, что они совершили убийство, нет. Доказательства вы можете посмотреть в новостных передачах по телевидению. Ирина Сергеевна, давайте так. Я единственный человек, который может вам помочь. Если вы знаете, где они, скажите. Никто ничего не знает, я уничтожу улики. Им конец. Спасите хотя бы себя. Я не так воспитана. Зря мы с Коляном забились. Наверняка его уже пасут. Во-первых, Коль не дурак, а во-вторых, я его предупредил с утра. Опа! Что такое? В зеркало посмотри. ДПСная машина за нами едет. Почему за нами? Люстра выключена, матюгальник молчит. Давай направо. Угу. Поворачивай. Ага. Два района проедем. Стой! Стой назад! Тупик. Нахрен ты сюда заехал? Ты мне сам сказал. Ты что, обалдел? Не ссы, сейчас их припугнем, если что, и все. Погоди. Ребята, а в чем дело? Сухие макароны. Что, дураки, что ли? Идиот! Ты козел! Мы чуть не обосрали, слышь? Че ствол такой бабский? Рэмбо. Ничего, на тебя хватило бы, дядя. Блин, Стёпа. Я чуть не отоварил тебя. Здорово, сейчас. Димон. Привет, да. Здорово задрали этого урода. А это не мы. Ну да, конечно. Димон, я тебе реально говорю, это не мы. Это подстава, причем жесткая. Да ладно, Дэн, кто бы это ни сделал, я за него. Достали уже эти мажоры. Короче, на вас ориентировку разослали. По телеку показывают. Горячая линия есть. Если кто на вас наведет, 3 ляма дадут. Так что вам в Москве оставаться нельзя. Давайте поможем через МКАД переехать. Не, не вариант. Нам в район Речного надо попасть. Поможете пройти через посты, а? Не вопрос. Езжайте. Мы за вами. Спасибо. Иди садись, я поведу. Давай, давай, а то ты не только в тупик, но и в прокуратуру случайно заедешь.
Так ты сам сказал сюда повернуть. А если б я тебе сказал, прыгни с крыши, ты бы прыгнул? А ты и сказал. В 5 классе. Ну и чего хорошего-то? 2 ребра и левая нога. Вот я и говорю, чего хорошего-то? Дебил. Да не поеду, я отстань. На нет и сюда нет. Пока. Большакова. А? На, я все подписала. Спасибо, Ирина Сергеевна. Зимина? Ирина Сергеевна? Да нормально все подписали. Майор Костин. Давайте ко мне в ФСБ. Пойдем там, поставим ваши подписи. А мы здесь это не можем сделать? Опять? Что значит опять? Ну, по поводу Глухарёва и Антоши? Да. Так приходил же от вас человек, и я ему все рассказала. От нас никто не приходил. Это дело веду я. Пожалуйста. Леденцы на сдачу возьмете? М? Пошли. А чё? Товарищи! Ой, товарищи! Осторожнее ты! Леденцы искала! Там у меня в магазине! Пошли, добро пропадает! Добро пропадает! Не надо меня... Я вам и говорю, меня слышите, товарищи, наконец! Мне там двое по телевизору показали, что разыскиваются! А, вот! Уходят эти двое! Вот эти? Да! Мужлой твою маму. Эй, че, куда? Теряемся! Сволочь! Колбасу-то отдай! А машина! Ты, ты черт с ней! Стоять! Стоять! Саня, за мной! Да какой с тобой то здоровее! Ой, хрен с вами! Пошел! Руки за спину. Тихо! Спокойно! Ствол убери, или я ему башку снесу! Ты сам-то себя слышал? Да убивай его! Мне-то что? Но вот потом... Я вашего Летеху этой колбасой убил. А с тобой знаешь, что сделаю? Но! Молодец! Ствол на землю. Да отпусти ты! Давай, до батареи. Пошел. Мужики, вы что? Подержи. Подержи. Держу, держу. Ты что, правда, что ли, завалил его? Да нет, конечно. Ты что? Но звучит красиво. Все, пацаны, пока. Колбасу отдай. Оператор 312, добрый день. Здрасте. Я по поводу разыскиваемых. Да-да, я слушаю вас. Ведь обещали деньги за полезную информацию. Конечно. И никто не узнает. Полная анонимность. Я работаю в ДПС. Вот двое наших заехали. Ну и краем уха, слово за слово, услышал, что видели они эту парочку. Ну, в машине куда-то ездили, что ли. Это ценная информация. Имена и фамилии сотрудников, пожалуйста. Лазарев Дмитрий и Цветков Павел. Они еще на дежурстве. Информация будет проверена, с вами свяжутся по поводу вознаграждения. Че ты встал здесь? Опа. Работай давай, работай. Да.
Можете ехать. Приветствую. Моя фамилия Смирнов. Собственная безопасность МВД. Сегодня утром мы встречались с Глухаревым и Антошиным. Куда вы их сопроводили? Не знаем таких. Сейчас узнаешь. Так. Удостоверение покажите. А ты, сука! Где они? Где они? Где? А, сука! На речном! У них там встреча с кем-то! Я точно не знаю, где! Правду говорю! А вот и мы. Вы чё? Не жадись. Как вы так незаметно подобрались? Учись. А тачка где? Где-где? Где надо? Короче, Колян, чё удалось выяснить? И на, держи. В общем, это тип, которого убили. Вот он. Он на отца работал. Вел какие-то его дела, поговаривают, что неофициальные. Ага, вот оно как. Большими бабками ворочал? Не маленькими. А это его младший брат. Он тоже на отца работает. Но по-белому. Управляет группой его компании. Так это... Он с ним же был-то. Точно он. Так это они за нас бабла выставили. Ну, надо донести до них, что мы тут ни при чем. А кто при чем? Кто-то же его вальнул. Вы же не думаете, что это случайно? Да черт его знает. Вряд ли, конечно. Но чтобы так подгадать, это же спонтанно было. В любом случае, тот, кто его убил, должен был быть там. На оборотной стороне адреса проживания и работы. Чем еще помочь? Ладно, разберемся. Водички, мороженого? Здрасте. Здравствуйте. Пожалуйста. Большой выбор. Вот тут мороженое сливочное. Чё, это мужик к нам, что ли? Чё он улыбится? Колин, давай мороженое, пойди купи. Давай. День, шухер. Что ему надо от нас? Откуда я знаю? Грохнуть вас! Вот что ему надо! Дай ствол, а вы на корабль! Погоди. Граната! Колень, давай! Женщина, господи, давайте господи. Знакомиться. Чё? Давай! Давай, отчаливай! Наш, ты привязался. Нет, коллектор. Давай, Колян! Колян, сюда!
Что это было? Кто сказал Смирнову стрелять? Я этого не говорил. Это я сказал. Этого требовала ситуация. Ситуация требовала их поймать, сдать ментам, а не убивать. И требуют этого до сих пор. Прости. Я все сделаю, я обещаю, мы их поймаем. Я даю слово. Да твоему слову цена копейка. У брата было все иначе. Зачем ты так? Я ж никогда тебя не обманывал. А он тебя воровал. Сколько денег уходило? Братец-то крысой был. Он мертв! Хотя бы поэтому не смей о нем так говорить. Дэн звонил. Сказал, чтобы я домой не возвращалась, сказал идти к тебе. Говорит, их убить пытались. Он боится, что если я... Я в курсе. Глухарев мне сказал, успокойся. Ты в порядке? Да. Пойдем со мной на склад, мне там надо кое-что получить. Я просто весь день как в тумане еще. Теперь эти новости. Да, хуже не придумаешь. Эти черти угнали речной трамвайчик. Он перевез их через канал. Теперь они опять где-то здесь. Послушай, что происходит? Их хотят убрать. Ир, всплывет же. Да плевать. Не до этого уже. Ир, передай парням. Мы знаем, они не виноваты. Прорвутся. Что мне делать? Куда идти? Пойдем, я отведу тебя к Карпову. Карпову? Нет, ты что? Он же отморозок. Антошин его подчиненный. Если его возьмут и осудят, то не только я лишусь должности, но и Карпов. И защищая тебя, он защищает Антошина. А защищая Антошина, он защищает себя. Блин. Откуда ты знаешь, как это делать? Да я вел дела по угону. Ну и что, Серег, я тоже смотрю сериал «Скорая помощь», но сердце пересадить не могу. Да, зато мозг вынести запросто. Угу. Не ссы, сейчас обзаведемся колесами. Серегу уходим! Палево! Отключай аккумулятор! Ё-моё! Ну! Подключай! Чёрт! Ну! Садись, ну! Поехали! Давай заводи! Как? Ну как? Ты ж гаишником работал! И что? Заводись. Так? Черт. И чего? Ну неужели нельзя было научиться? Нафига ты столько лет там проработал? Черт! Эй, мужик! Стоять. Угу. Ой-ой-ой. Деня, ну не надо! Ключи от машины. Угу. В машину. А, талант, самородок. Угу. Зачем ты его-то прихватил? Нам еще похищение пришьют, а? А я теперь статьи коллекционирую. Такой у меня еще нет. Простите, а за убийство есть? Ага. Ну, слава богу. О, слава богу, мама. Торт дала. Я тут к невесте. Через 3 квартала. Остановите. А машина мне сегодня не нужна. Бензин полный. Бак. Сидим. А? Просто сидим. Ага. Он должен сдать назад. Эй, как тебя там? Гоша? Георгий.
Пристегнитесь. Ага. Георгий. А нету? Куда? Стоять! Давай за ним! Сейчас, разбежали. Надо по-быстрому от них оторваться. Ага. А то сейчас нахватаем их на хвост. Ага. Да не трясь ты. Буду стрелять! Есть идея. 303-й, к обочине! Жора, а? Я надеюсь, все застраховано. Видите ли, машина в прекрасном состоянии. Серег, ты что делаешь, а? Ты что творишь? Да, Сергей, что вы делаете? Зеленый змей. Фейерверк. Бежим. Круто. Это тебе. Только они мне нужны дохлые и как можно скорее. Но ваш отец сказал мне, значит, что... Значит так. Это деньги мои, а не моего отца. Если тебе, мудаку, они не нужны... Не грубите мне, Олег Петрович. Мне понадобится меньше 2 секунд убить вас. Всех пятерых. Такие, как вы, Олег Петрович. Напиваетесь, а потом на своих лексусах детей сбиваете и уезжаете, не вызвав скорую помощь. А дети потом инвалидами становятся. Чё ты несёшь? Какие дети? Какие инвалиды? Ты же сам деньги берешь и людей гасишь. К работе вернусь через 3 часа. Через 3? А почему не сейчас? Менты сообщили, с кем женщина этого Антошина. Вам и карты в руки. Это чья машина? Угнали. Покатались, а хозяина выкинули. А как же вы на ней? Она же в розыске. Так и мы тоже. Теперь-то какая разница? А где Антошин?
Ты Настю Карпову передала? Конфликтов не было? А где ты спать будешь? В отделе. На всякий случай. А ты? Да, кстати, тут все, что ты просил. Все будет хорошо. А вот интересно, если скрестить майора и подпола, они полкана родят, а? Заткнись! Ты что, тяжелый же? Здорово! У тебя там хавчик? Замолчи. Да сам ты замолчи. Слушай, я хотел спросить, а от поцелуев дети роются? А какая же у тебя голова помойка. Надо будет проверить. Я сейчас. Не шалите. Ой, Андрюша. Альгуня, дорогая моя, привет. Че так долго? Да оврал у нас. Оврал. Бумагами завалили. Распределяем пенсии военные. А это кошмар. Танюш, пап пришел. Ты чего ее не уложила пол первого уже? Без тебя не хотели укладываться. Танюхин, ты че не спишь, а? Поздно уже. Ты мой сладкий. Ну как пап, ты? Ну что ты так долго? Ну я же спать хочу. Ну работа у меня такая. Танюхин, сейчас мы с мамой поговорим и придем тебя укладывать, ладно? Золото ты мое. Давай. Ладно. Пока. Раздевайся пока и игрушку возьми. Ты ботинок-то сними. Смотри. Вот это на операцию. А на реабилитацию я еще достану. Откуда? Ну, я же говорил, у меня начальник генерал, отличный мужик. А у него сын коммерсант, деньги есть. Ну, вот они узнали, решили нам помочь. Ну, а мы потом отдадим в рассрочку. Господи, какие ж люди хорошие есть. Да. Только знаешь, мне сегодня вернуться надо. Там такой завал с этими бумагами. На, спрячь. А ты у доктора-то был? А, да. Как сердце? Не комиссуют? А то как же мы это возвращать-то? Да отличное будем? Сердце. Служить и служить. Сегодня прохладно, да? Да, прохладно. Ну а кто знал, что так получится? Я же не знала с утра, когда из дома выходила. Я даже теплого свитера не взяла. Я же не знала, что моего парня в федеральный розыск объявят. Не, ну страшно вообще пипец. Мне последний раз так страшно было только в 10 классе, когда я думала, что от одного парня залетела. Он, правда, страшный был, зараза. А ты не особо разговорчивый, да? Знаешь, если бы я могла институт закончить, я бы стала как Зимина и в милицию пошла. Тоже бы командовала бы всеми, а чё? Я бы вообще в нашей стране порядок навела. Ну, в смысле, я сама с Украины?
Но я сейчас просю, говорю. Не, я сразу поняла, чего к чему. Я бы тоже всеми командовала. А ты заместитель Зиминой, да? А ты что там, всеми оперативниками командуешь, да? Оперативники такие без формы. У меня ж Денис оперативник. А, ну ты же его знаешь, да? Он, правда, раньше гаишником был, все время в форме ходил. Но мне кажется, ему без формы лучше. Ты знаешь, кому-то форма идет, а кого-то она просто полнит. Слушай, 28 на 17 умножить сколько будет? 28 на 17? 28 на 17... Ты чё? Это чё, чтоб я заткнулась, что ли, да? Да. А кому ты пишешь? Как ее зовут? Я просто знаю, когда девчонки пишут. Андрей. Я пишу своему старшему оперу, дорогая. Потому что этот джип едет за нами уже с самого отдела. Пипец. Они за мной. Они хотят меня забрать. Хотят. Только не на моей земле. Хотя за наших двух упырей такую награду дают. Практически полугодовой мой взяточный оборот. Слушай, может, все-таки сдать тебе? Не надо. Хочешь, я тебе сейчас денег дам? У меня деньги есть. Не надо меня только сдавать никому. Подожди. Вот, смотри, у меня 3540 рублей. Слышишь, эй, у меня деньги есть. Это возьми чего? Деньги, чего? Пожалуйста, у меня деньги есть. Успокойся, я же шучу. Чего ты? Приехали. Сиди в машине и не вылезай, чтобы не случилось. Вы совершаете огромную ошибку. Вы же знаете, кто я такой? Знаем. Ты отдай нам девку. Обойдешься. Отдай. И тогда никто не пострадает. Нет, я же сказал. Быстро разворачивайтесь и уезжайте отсюда. Я об этом забуду, а иначе... Иначе я тебя убью. Слово даю. Перед вами 11 офицеров МВД, от лейтенанта до подполковника. Поэтому советую даже не думать о том, чтобы в кого-то выстрелить. Оружие сдали? Сдали оружие? Сдайте. Ну что? Мама, мама, мама. Я же предупреждал, я шанс давал. Я же, прежде чем сделать, все сказал. Я тебя узнал. По телеку видел. Ну что, дружок, забраться решил отомстить? Мы сможем договориться. Мы ничего не видели и ничего не слышали. Я заплачу, сколько вы скажете. Сколько вы хотите? 100 миллиардов долларов. Вы шутите? Шутка? Нет. Таких денег нет ни у одного человека на свете. Ни у одного. Хреново. Когда заплатить не можешь, правда? Правда. Забирай своих клоунов и вали отсюда. Моя земля – закрытая территория для вас. Увижу хоть одного, валю без предупреждения. Это дерьмо – ваша проблема. Алло? Оператор 312, слушаю вас. Эти двое, которых ищут, я их видела. С Адольфом пошла гулять, а то соседи жалуются, что он срет много у подъезда. Так я пошла в самый конец улицы. Они там спят, в машине оба, я их узнала. Это ценная информация. Диктуйте адрес. А деньги мои? Мы проверим, если информация верная, вы получите деньги. Ага, пишите. Thank you.
ствол на крышу положи. Давай, давай. Слышь, ты кто такой, а? Я? Смирнов. Ну и что, тебе от этого легче? Старый знакомый. Че ты улыбишься? Он тебя пристрелит. Давай. Серег, телефон. Быстрее отмучаюсь. Только искать вас будут за убийство, которое вы совершили на самом деле. В отличие от предыдущего. Чего? Ну, говори, что знаешь! Нет, ребят, убивать вам меня невыгодно. Говори, а то я тебе сейчас плечо прострелю. Отпусти его, слышишь? Ну, отпусти! Серега, стреляй! Я прицелиться не могу! Попробуй в ноги, он вроде пониже тебя ростом. Не-не-не, ты чего? Не вздумай туда стрелять! Лучше в голову, лучше смерть! Дверь открой! Слышь, сука, отпусти! Там, где в первый раз поцеловались. Не спится? Ты что, с ума сошел? Нас же заметят. Да плевать. Давай. Они Дэна взяли. Что? Ну, я же смотрела новости, там... Да не менты. Этот, который убить нас хотел. На. Что это? Телефон этого чела в драке потерял. Вытащи из него, что можешь. Пока он не вырубился, я видел последний звонок. Там номер городской. Выясни адрес. Ну, хорошо, я попробую. Но ты же понимаешь, что это не для суда. Сделаю все, что смогу. Алло, Серега. Дэн. Я... Алло. Алло. У тебя есть ровно час, чтобы приехать и поменять себя на него. Да я бы поменялся, был бы толк. Но ты же нас обоих хочешь убить. Да и меняться ты не будешь. Ну, это ты узнаешь только, когда приедешь. Запоминай адрес. Все-таки это твой друг. Алло, а кто это? Что с моим мужем? Ольга. Ничего не бойся, он тебе ничего не Андрей! Сделает. Андрей, Андрей! Ну, вот и поговорили. А у тебя ничего, миленькая квартирка, только что ж такая бедная. Слушай, ты, мусор. Вали из моего дома. И тогда я обещаю, что я не буду твоего друга мучить долго. Слушай, ты без всяких условий отпускаешь Дениса. Я просто ухожу отсюда. Не пугай меня. Ты ничего им не сделаешь. Я убью их. Я убью твою жену, убью твою дочь, мне насрать. Может быть, я и себя потом тоже убью. Только ты моему другу ничего не сделаешь. Твою мать!
погоди. Отдай ему трубку! Алло, да, Серег. Витя! Возьми ключи! Ключи от машины. Как ты? Живой. Плечо прострелено. Я на пересечении улицы Токташева и Бадюлькина. Через сколько ты там будешь? Минут через 15. Жду. Он ранен и уехал на вашей машине. Дерьмо. Но там же маячок. Пришлите кого-нибудь за мной быстрее. Ладно, мы их достанем. Ты с нами? Нет. Нет, я не с вами. Пока. Ты живой? Тихо, 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 тихо. Итак, ключ на старт. Сейчас мы пляска. Что-то мне хреново, Серег. Пересаживайся на мое место. Нашли. Выходи медленно. Вон. Госнаркоконтроль. Пропусти. О, привет. Мальчишка. Тихо, тихо, тихо.
Ну что? Что это с ним? Ранен. А? Нам в больницу это нельзя. Ну, поехали, ладно. Отвезу вас в безопасное место. Черт. Да ты че? Быстрей! Да не ори, ты идем. Давай, давай, давай. Так, иди отсюда. Извините, мужики. Давай, садись. Больной? Это что за херня такая? Ты зачем их сюда привела? Чего? Это же мусора. Да еще и в розыске. Щука, не дури. Что я тебе про дури? Этих ребят рассказывал. Они меня спасли. Спасли они. Тихо. Тебе... Давайте быстро. Ну и где ты их взяла? Какая разница? В клубе. Да молодец. Давай, тащи его на диван быстро. Щукин Дмитрий, 1976 года рождения. Подозревается в изготовлении и сбыте крупной партии наркотиков. В результате... Так, это что сейчас было? Да он бредит, он ранен, ты не видишь? Здорово. Щука, он сейчас подохнет тут у нас. Неси давай быстрее инструменты, спирт. Господи. Это твой брат? Да. Аккуратно. Плохо кончите. Не хуже, чем вы. Что вы собираетесь делать? Пулю надо вытащить. Да ты не волнуйся, мой брат медик. Если экстази может приготовить как-нибудь сраную пулю, вытащить сможет. На. Если что, зовите. Откуда у вас инструменты? А мне в прошлом году из обреза в жопу саданули. Верка дробь вытаскивала. За что? М? За что? Не помню. Денина, давай, 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 давай. Тихо, тихо, тихо. Ты знаешь, сколько за вас дают? Знаю. 3 лимона. Ага. Не слабо, да? Даже обидно. За меня 2 штуки никто никогда не давал. За что вы этого чувака вальнули? Это не мы. Да ладно. Подожди, вас что, подставили, что ли? Вот это тема, да? Ну. Тебя как зовут? Серега. Дима. Приятно. Хочешь, Сережа, узнать, за что я свой первый срок получил? Был у меня кореш школьный, Андрюша. Питер гнойный. Ну и подсел Андрюша плотно на героин. А я так, травку покурил. Ну и взяли ваши ребята Андрюшу. Говорят, что, Андрюш? Хранение? Ну, нам не интересно. Хочешь срока избежать? Ну, а кто не хочет? Иди, говорят, займи у какого-нибудь своего кореша 10 штук. Он и пошел ко мне. Дурак. Думал, все. А потом, когда он мне пошел деньги отдал, они ему меченые купюры сунули. И 2 грамма в карман положили. Он мне деньги дает. Я беру. Тут же мне опера в наручники. Понятые. Контрольная закупка, сбытчика взяли. Ну, меня, то есть. А я Герыч никогда в руках не держал. Так за помидорами вышел. Ну и сел на 5 лет. Классно? Че молчишь? Классно, говорю? Я тут при чем? Ты-то? Ты ни при чем. Ты же к сестре на день рождения опаздывал. Я это на всю жизнь запомню. 2 грамма Герыча. Угу.
Ну, все ясно. Слушай, Стас, у меня сегодня у сестры день рождения. Я не могу не смотаться. Ну, вы все бумажки сделайте, у вас же есть протокол изъятия? Нет, 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 постой. Ну, все, я потом его подпишу. Подождите. Да без проблем. Алло. Да, да погодите, ну, я ни в чем не виноват. Ну, я уже выезжаю, скоро буду. Ну, все, давай, малыш, целуй тебя. Постойте. Пойду поем. Если ты будешь шуметь в башке, я ни в чем не виноват. Адвокатов начнет звать. Угу. Ну, меня позови. Все вы так говорите. Сдаляю, парни. А земля она, Серега. Земля она круглая. И знаешь, как мне теперь интересно? Как вам теперь на моем месте? Вы же менты думаете, что с людьми все что угодно можно делать. Ну и как теперь? Нравится? Я не знал. Ну? Кто же мог знать, ну, я не такой ублюдок. Ты мент. А значит, и ты такой же. Ну, может быть, не в такой степени, но такой же. А справедливость — Глухарев. Справедливость, она вот она. Вера! Вот здесь иголка с ниткой. Сама его зашьешь. Блин. Серега, это колбаса. Колбаса — это счастье. Ты еще дурак, что ли? Можно? Да, это снова я. О, Господи. Да. Колбасу передал. А Олег, боже мой. Нет, он не любит сыр. Че это с ним? А, сыр, сейчас посмотрю, там он... Да, у него что-то рука разболелась с утра. Я ему таблеточку дала. Какую таблеточку? У меня одни таблеточки, за которые срок дают. Че? Ну, извините, анальгина не было. Ничего страшного, сейчас отпустит. Вас тоже? Слушайте, брат уже свалил, честно говоря, мне тоже пора. Вы-то никуда не собираетесь? Ее есть не зовет, пить надо! Нам бы машину услышать. Зачем? Заехать кое-куда. На танцы! Рок-н-ролл! Ну вы психи. На, не поцарапай. Психи, мы. О, Господи. Иди писай, собирайся. Ехать надо. Да, Ир. В телефоне 2 сообщения. Я на месте и выполнено. Отправлено сразу после убийства. Я даже знаю, кому. Сереж, самое интересное. В тот момент, когда писали сообщение, аппарат находился в пределах 100 метров от места убийства. Это все. Понял. Пришли мне его. Ладно, пока. Ты отошел? Не смешно. Меня, между прочим, до сих пор колбасит. Че ты ржешь? Да я представил, если нас сейчас возьмут. По подозрению в убийстве. Левые стволы, патроны. А один всю ночь бухал, второй под кайфом, да еще подстреленный. Смешно. Ну куда сейчас? Держи. Только сначала заедем кое-кого повидать. Почему уезжают только женщины? Там мужчин нет?
Здорово. Здорово. Достали? Здорово. Ну да. Здорово. Хорошо, человек, который их из части прет на месте был. Ага. Что это? Гранаты. Вот тут костюмы, как вы просили. Ну, поосторожнее с ними. Не помните, ага. Угу. Они дорогие. Ты что, этого лекарства заводить хочешь? Да не пусть, это дымовые. Заплати. Чем? Деньгами. А откуда они у меня? А у тебя что, нет? Ну, у меня есть. Рублей 500. Вас устроит? Серег, ну что такое? Серег, ну не серьезно. Мы для вас по старой дружбе старались, а ну, человеку деньги надо вернуть. Ну ладно, ладно, парни, потерпите пару дней. За вас такие бабки дают, а вам 300 баксов жалко. Гоблины бессовестные. Я звонил, он сейчас как раз на месте. Ну ты представился бы и назначил встречу, м? Так, на 9-м этаже, кроме его офиса, ни черта нет. Если там охрана, то ехать на лифте не вариант. Поедем на 8-й. Там благотворительный фонд. Есть у меня одна мысль. Пошли. Когда ты все это узнал? Пока ты глюки смотрел. Благодарю. Молодые люди. А вы, наверное, артисты. Я вас по телевизору видела. Угу. Точно. Да мы вообще с другом, звезды экрана. Ой, правда? Хотите, мы вам автограф дадим? Ой, конечно. Спасибо. Ручка. Вот. Нашей самой преданной с двумя, или как? С двумя. Преданной поклонницы. И все-таки где я вас видела? В основном в новостях. Слушай, а этот коллайдер запускает с Байконура? Ой, не могу больше. Перезвоню. Добрый день. Я могу вам чем-нибудь помочь? Мы хотим с моим другом сделать пожертвование порядка полумиллиона долларов. Но такое дело, вы понимаете, мы состоятельная пара, почти семейная. И не хотели бы этого афишировать. Но вы понимаете? Да, да, конечно. Как бы нам это сделать, чтобы одно вознаграждение от нас двоих, и чтобы о нас никто не узнал? На. Леденцы? Вот вы ему пока объясните, а я схожу в туалет. А где у вас тут? Вон та дверь. Будь здесь. Я позову генерального директора. Он занимается всеми важными клиентами. Thank you.
Ритуля, Андрей Игнатьевич на месте? Тут у меня очень важные клиенты. Может быть, попробуешь соединить? Ага, жду. Спасибо. Жарко. Генеральный директор оставил все свои дела. Он был на совещании и идет к вам. Подождите минутку. Подвинься. Дорогой. Еще пару секунд, и здесь будет дыму, как на Курской дуге. Скажите, это пожар? Да, пожар. На выход. Пожалуйста, все на выход. Выходим, выходим, пожар. Пожар, кажется. Без паники, давай. Мы должны все покинуть помещение, если сигнализация. Все на выход. Что случилось, да? Пожар. Что случилось, пожар? Так, быстрее, быстрее. Пожар. Проходим, проходим, все на выход. Побежали. Давайте, давайте. Пожар. Побежали. Угу. Пожар. Выходите. Пожар. Пожар. Ему плохо, разберись. Он плохо? Очень. Жизнь надоела. Где? Стой! Открывай! Поговори там! Ну, стоять! Открывай! Стоять, ага! Открывай! Сейчас убью его! Надеюсь, вы понимаете, что вы отсюда не уйдете? Для нас это теперь не имеет никакого значения. Вы говорите, что не убивали Игоря. Может быть, вы знаете, кто это сделал? Он стоит за вами. Сам. У него есть человек, Смирнов, бывший военный. Этого не может быть. Откуда вы это? Что за бред? Узнали? Что за бред? Что вы себе позволяете? Игорь, мой брат. Да мы вместе росли. Вы врете! Че тебе доказать? Тиня!
Тиня, ну, Тиня! Тиня! Серёг, чё ты ноешь-то? Всё нормально. Помоги. Всё нормально, успокойся, Серёг. Хорошо. Пап, это не я, но он же мой брат, это не я. Какие у вас доказательства? Есть сотовый. Через 5 минут после того, как был убит ваш сын, вот он отправил сообщение, выполнено на этот номер. Естественно, своему заказчику. Посмотрим. Ты чего, пап? А? Пап, ты чего? А? День, убери этого. Ты чего, пап? М? Пошли. Папа. Ты чего? Давай, пошли, пошли. Чего ты не понимаешь? Я стал тем, кем я стал, благодаря тому, что я никогда никому ничего не прощал. Дерьмом ты стал. Дерьмом. Обокрав меня, он перестал быть моим сыном. Я убил не сына, а вора. Надоел ты мне со своей философией. Ладно, стрельба была сейчас. Менты приедут. Свалим все на Смирнова. А вы получите 2 миллиона долларов наличными. Вас же двое. А если б трое? Что? 3 захотел. А может, тебя убить нахер, а? Ты меня? Да у тебя духу не хватит. Да по сравнению со мной ты никто. А ты кто? У меня есть лучший друг. Он из-за меня пулю получил. У меня есть любимая женщина. Мама. Я знаю, что они меня любят. А тебя кто любит, а? Не твои миллионы, а тебя именно. Кто из-за тебя под пулю встанет? Не за миллион. За тебя. Так что это ты никто. Вот сиди и молчи. Я устал. Это же вы. Это вы. Это вы Игоря убили! Ты что, дятел, что ли? На кой черт нам Игорь твой нужен? Зачем? Разбили голову и все. Зачем же вы тогда убегали? Зачем? А? Я тебе сейчас в голову выстрелю и спрошу, зачем ты умер. Понял, мальчик? Такое дело. Пьют, беги. Отец, он не мог. Он не мог. Значит, мог! Да он мне сам говорил. Он не мог. Не мог. Он не мог. Не мог. Не мог. Пожарники приехали. Пожарные. М? Правильно говорить, пожарные. Да-да. Пожарные. Ха-ха!
щегол, ствол! Положил. Этот человек убил моего брата. Этот человек стрелял в вас. И этот человек убил моего отца. Вы это видели и сможете подтвердить. Ладно. А что взамен? Все наши связи, снятие всех обвинений и никаких проблем. Хорошо. Но нам нужно выяснить кое-какую информацию. Правда, Сергей Викторович? Да, Денис Олегович. Здрасте. Я по поводу разыскиваемых. Да-да, я слушаю вас. Ведь обещали деньги за полезную информацию. Конечно. И никто не узнает. Полная анонимность. Имена и фамилии сотрудников, пожалуйста. Лазарев Дмитрий, Цветков Павел. Зая, Зая, ты рано. Хотя, если ты хочешь немного поразвлечься... Я очень хочу поразвлечься. Зая. Очень.